внимание. Всем привет! И в этом видео я буду играть в игру под названием Geometry Dash в стиле Minecraft. Погнали! Так, это замечательная игра. Новая, только она вышла, уже мало людей, потому что она новая. И начинаем играть. Так. Управляйся, вот я все равно не понимаю почему-то. А, все. Как направляется мышь? То есть правая кнопка мыши тоже может подпрыгивать. Так, есть разница. Нет такого особого примера. Но она очень интересна. Как оригинальная игра, оригинал этой игры, но песенка. Если вы бы хотели эту игру, ставьте лайк. Так. Легко, пока не такого тяжелого, чтобы уровень тебя успел либо всего. Прошел. Ну ладно. Ты, конечно, пушка. Так. Что? Так. Блин, как я ту монету знал? Хотя, в принципе, как я... Как я... Я чуть не могу прятать. Ладно. Я взял эту. Хотя бы. Уже плюс. Блин, почему только что? Ладно, попробую еще раз. Блин, как пройти эту ёбаную игру, что... Либо к управлению, потому что я играю на телефоне, эти игры. Или я просто наступаю, не могу нормально... Попытку уже, охуеть просто. Охереть. Давай. Так, я же прыгнул. Тебе слишком поздно, я не надо. 35-я попытка. Нет, сейв нет, сейв нет. Ну типа, чтобы я смог хранить на моменте. Чтобы я мог хранить с самого начала. Сейчас был опасный момент, а чуть не проебал опять только. Блин, тяжело, первый уже тяжело становится. В этот момент я пока еще не хотел. Да. Еще сейчас, давай. И... 43-я попытка пройти. 44-я, 46-я, 48-я. Еще две попытки, я нахуй закрываю. 55-я попытка, я просто ужал. Но я продолжу, потому что я 53-й попытка, я могу учить, так что я продолжу пока. Блять, почти что первый поколение не сдох, блин. Ну, короче, буду считать, что буду считать, пройти это нереально, блять. Не знаю. Второй, я посчитаю, что если первый. Ну нахуй, блядь. Он... Значит, я же специально вот тут... Я не спал. Я купил, блядь, вот эту говно. Ну... Ну ладно, так, так. Ну, я выпрыгает. Майнкрафт. Просто него нереально уйти. Я может тебе идти, если ты, блядь, то ли в стрельцу, или вообще нахуй днями напролёт в эту игру. Ты играешь в эту. Да, может быть. Просто на первой попытке пройдёшь. Ой, знаете, медленно кажется, она будет. Понятное дело. Что я... Ну вот, какой-то кусок в игре... Ну, не знаю, я уже поджечу, так это... Какой смешнуть мышка, чтобы прыгнуть, в какое время нужно нажать? Я знаю, или где лучше прыгать. Я не знаю, потому что только сейчас уже проиграл. А вот, например, в конкурсе, тут надо... Как так понять, или... Да, правильно нужно... Ну, нужно нажимать, там... Время. Потому что если ты на тебе позже нахуй нажал, то он просто заблудится. Мам, блядь, пить бучу, не понимаю. Как я можете просто, блин. Ну хранит этот момент прошел. Ну, я тоже не могу говно, потому что это тяжело. Так, хорошо. Сам бы так был сыт, ты похуй, у меня все было. Ну, на 63 прошло, ну больше половины ты уже. Я хочу опять пойти, а ну закрыть уровень. Хотя бы опять пойти четвертый левел, может быть, опыт сейчас сомневаюсь. Вот мне кажется, тут уже с полным... С очками, блин. Три... А, нет. Блин, не буду... Ладно. Ну да, наверное, я могу попробовать допрыгнуть, но я сомневаюсь, что я мог. Так... Ну, конечно, тоже. Ну,
гений, поэтично реально, особенно вот последний уровень вообще нереально, первый чего. Но больше всего прошел. Если кто-то хочет, можете можете в нее попробовать. Мышление, очень быстрое мышление. Хочет в нее поиграть, на геометрии Dash Minecraft, можете в нее поиграть, а попробовать пройти. Дарих, прошли вы ее, и особенно.